железнодорожном транспорте основным потребителем электрической энергии является электрическая тяга. Энергия, вырабатываемая электростанциями, поступает на повышающие трансформаторные станции и далее по линиям электропередачи высокого напряжения передается на тяговые подстанции, откуда через питающую линию, контактную сеть и токоприемник подводится к локомотиву. Электрическая цепь питания замыкается через рельсы и отсасывающую линию. На электростанциях электрическая энергия вырабатывается в виде трехфазного переменного тока промышленной частоты 50 Гц. Потребителям ее передают напряжением от 35 до 500 кВ и более. Но на современном электроподвижном составе применяют тяговые двигатели постоянного тока напряжением до 1,5 кВ, которые питаются от специальной тяговой сети. Следовательно, напряжение высоковольтных линий электропередач надо понизить и преобразовать в однофазный переменный или постоянный ток для передачи энергии к электроподвижному составу по двухпроводной системе. Провод – рельс. Для этого служат тяговые подстанции. Помимо электроподвижного состава, тяговые подстанции обслуживают железнодорожные станции, локомотивные и вагонные депо, погрузочно-разгрузочные площадки, устройства связи и автоблокировки, переезды. Прилегающие к железным дорогам предприятия, жилые массивы, колхозы и совхозы. Таким образом, тяговые подстанции являются составным звеном единой системы электрификации страны. Наши железные дороги электрифицированы по системам постоянного тока 3 кВ и однофазного переменного тока промышленной частоты 25 кВ. В последние годы освоена также электрификация по системе 2 на 25 кВт. Оборудование тяговых подстанций монтируют на открытых площадках и в помещениях. На открытой площадке тяговой подстанции переменного тока размещают распределительное устройство первичного напряжения 110 или 220 кВт. Трансформаторы, понижающие первичное напряжение до 27,5 кВт для питания тяговой нагрузки. Распределительное устройство 27,5 кВт. Посмотрим, как обеспечивается электрической энергией подвижной состав. От распределительного устройства 110 или 220 кВт энергия поступает на понизительный трансформатор. Пониженное напряжение фаз А и Б вторичной обмотки, соединенной в треугольник, подается на шины А и Б распределительного устройства 27,5 кВт. А от этих шин по фидерам на соответствующие участки контактной сети через электровоз, рельсы и отсасывающий фидер цепь тока замыкается на заземленную фазу тягового трансформатора. Пониженное до 3 кВт и выпрямленное в электровозе напряжение подается на его двигатели. Таким образом, передача энергии от подстанции к электроподвижному составу осуществляется напряжением 27,5 кВт, после чего переменный ток преобразуется в постоянный непосредственно в электровозе.
от шин 27,5 кВт питают и потребителей, расположенных вдоль электрифицированных участков. Напряжение фаз А и Б подают в линию, проложенную на опорах контактной сети с полевой стороны. Трехфазные трансформаторы подключают к двум фазам этой линии и рельсу, поэтому такую систему питания потребителей называют два провода рельс. От вторичной обмотки понизительного трансформатора, соединенной в звезду, напряжение подают в распределительное устройство 35 кВт, от которого питаются районные потребители. А теперь рассмотрим устройство подстанции участка переменного тока, электрифицированного по системе 2 на 25 кВт. Здесь напряжение высоковольтных ЛЭП через вводные масляные выключатели и разъединители, через отделители присоединений подается на тяговые однофазные трансформаторы, имеющие две вторичные обмотки номинальным напряжением 27,5 кВт. Эти обмотки соединены последовательно, их общая точка заземлена и присоединена к рельсам. Вывод одной обмотки через распределительное устройство 55 кВт присоединен к контактной сети, вывод другой к питающему проводу. Один из трансформаторов питает фидеры одного плеча, а второй другого. Между подстанциями вдоль фиберной зоны устанавливают автотрансформаторные пункты. Расположены они друг от друга на расстоянии от 8 до 15 километров. От тягового трансформатора подстанции энергия подается на шины распределительного устройства 55 кВт. Далее по контактной подвеске и дополнительному питающему проводу к автотрансформаторам. А уже от них напряжением 27,5 кВт непосредственно к электроподвижному составу, находящемуся между питающими пунктами. Таким образом, при этой системе на большей части пути от источника к потребителю энергия передается повышенным напряжением, благодаря чему снижаются потери и появляется возможность увеличить расстояние между подстанциями до 100 километров. Теперь посмотрим, как работают подстанции, на которых напряжение преобразуется до 3 кВт постоянного тока. Здесь напряжение питающих ЛЭП снижают понизительными трансформаторами, затем тяговыми трансформаторами. Далее оно преобразуется выпрямителем в постоянное. И через шины распределительного устройства напряжением 3,3 кВт подается в контактную сеть и на тяговые двигатели электровоза. Через рельсы, отсасывающий фидер, реактор и минусовую шину цепь тока замыкается на нулевые выводы тяговых трансформаторов. Вот как это осуществляется на практике. Энергия питающих ЛЭП поступает на понизительные трансформаторы. Затем через распределительное устройство 10 кВт ее подают на тяговые трансформаторы. Пониженное и расщепленное на 6 фаз, напряжение поступает на выпрямительные агрегаты. Выпрямленное здесь напряжение через быстродействующий выключатель обратного тока подается на шины распределительного устройства 3,3 кВт. Через быстродействующие выключатели напряжение по фидерным трассам подается в контактную сеть
и на электроподвижной состав. По рельсам, отсасывающему фидеру, реактору, цепь тока замыкается на нулевые выводы тягового трансформатора. Наша промышленность выпускает выпрямительные агрегаты с естественным и принудительным воздушным охлаждением. На тяговых подстанциях получила распространение схема выпрямления звезда, две обратные звезды с уравнительным реактором. От фаз вторичной обмотки нечетной звезды питаются вентили 1-5-3. А от фаз четной вентили 2-6-4. Допустим, что эти трехфазные группы работают независимо друг от друга. Тогда при работе нечетной группы вентилей форма выпрямленного напряжения выглядит так. А при работе четной группы вентилей вот так. Благодаря наличию уравнительного реактора обе группы вентилей работают параллельно. Мгновенно выпрямленное напряжение равно среднему значению напряжений параллельно работающих групп. Периодичность пульсации его будет шестикратная. Переменная составляющая выпрямленного напряжения может вызвать в продольных проводных линиях помехи, мешающие нормальной работе связи. Для устранения помех на тяговых подстанциях устанавливают специальные сглаживающие устройства, в которые входят резонансные контуры, состоящие из конденсаторов и индуктивных катушек с малым сопротивлением гармоником мешающего тока, и реактор, включенный в минусовую шину. Благодаря этому ток, создаваемый переменной составляющей выпрямленного напряжения, замыкается по контуру сглаживающего устройства, не выходя в тяговую сеть. Для замены любого фидерного выключателя в случае повреждения или выведения в плановый ремонт предусматривают запасной выключатель и запасную шину. Так питают контактную сеть через основные фидерные выключатели. При замене выключателя любого фидера питание обеспечивают через запасную шину, используя запасной выключатель. Тяговые подстанции различных родов тока оборудованы аппаратурой, выполняющей аналогичные функции. На ответственных присоединениях тяговых подстанций устанавливают трансформаторы напряжения и трансформаторы тока. К ним подключают приборы учета энергии, амперметры и вольтметры, цепи релейной защиты, автоматики и другие приборы. Питание собственных нужд подстанций, цепей освещения, отопления и вентиляции, устройств регулирования напряжения трансформаторов под нагрузкой, моторных приводов разъединителей, а также других устройств подстанций осуществляют от трансформаторов собственных нужд. Их подключают к шинам 27,5 или 55 кВт на подстанциях переменного тока и к шинам 10 или 35 кВт на подстанциях постоянного тока. В качестве независимого источника напряжения на подстанциях служат аккумуляторные батареи, от которых получают питание оперативные цепи управления защиты и сигнализации, цепи управления масляных выключателей, включающие и отключающие катушки быстродействующих выключателей и других аппаратов. От аккумуляторов питается также и аварийное освещение. Для защиты оборудования тяговых подстанций от прямых попаданий молний на их территории устанавливают молниеотводы-диверторы с таким расчетом,
чтобы все оборудование подстанции попадало в защитную зону. А для защиты аппаратуры тяговых подстанций от атмосферных и коммутационных перенапряжений служат разрядники, которые устанавливают на питающих и отходящих линиях и в распределительных устройствах. Защитное и рабочее заземление обеспечивает безопасность обслуживающего персонала и устойчивый режим работы оборудования. Устройства релейной защиты и автоматики тяговых подстанций выполнены на современных надежных приборах. Они мгновенно реагируют на повреждения и своевременно отключают неисправную аппаратуру. Новейшие системы телемеханики позволяют осуществлять управление большими участками дороги централизованно с одного пульта энергодиспетчера. Тяговые подстанции электрифицированных железных дорог нашей страны постоянно совершенствуются и оборудуются новой техникой. Эта техника разрабатывается и испытывается по единому плану Министерства путей сообщения, коллективами научно-исследовательских институтов, проектно-конструкторских бюро, заводов, электротехнических лабораторий. Высококвалифицированные специалисты, надежность работы оборудования, автоматика и телемеханика – все это обеспечивает надежную работу тяговых подстанций. Бесперебойное питание электрифицированных железных дорог.